Каким будет порядок организации голосования? Главный приоритет организации голосования – защита вашего здоровья и здоровья ваших близких. Прийти на участок для голосования вы сможете, когда вам удобно, что поможет минимизировать одновременное нахождение большого количества избирателей на одном участке. Чем это безопасно и удобно? Возьмем обычный избирательный участок, на котором, как правило, в один день голосует около 700 человек. При голосовании с 25 июня по 1 июля каждый из них сможет проголосовать в один из 7 дней. Избирательная комиссия заранее оповестит каждого о рекомендованной дате и времени голосования. В этом случае за один день на участке проголосует около 100 человек. А поскольку голосование ежедневно проводится на протяжении 12 часов, в один час проголосуют от 8 до 12 человек. А это, в свою очередь, означает, что вместе с вами на участке точно не будет много людей. Голосовать легко и безопасно.